сегодня было очень быстро, очень скоростная дорога, очень много пыли. Стартовали три грузовика друг за другом, все, в принципе, было неплохо. Ехали за Антоном очень долгое время. Видели, что Антон уперся тоже в джип китайского экипажа. Вот, но успел объехать их на таком бездорожье, где они сильно сбросились. Тут же подъехали, там, через какое-то время мы к ним, и все. И последние там 60 километров ехали за ними. Нигде никак не пропускают, на Sentinel никак не реагируют. То есть очень так некрасиво себя ведут. То есть регламент нужно читать и знать его. И когда тебя догоняют, они должны понимать, что они стартовали намного раньше нас, и понимают, что у нас темп гораздо выше ихнего. И раз мы подъехали, тут нужно было просто пропустить, мы бы уехали и не мешали бы ни им, ни они нам. Но они посчитали по-другому, ехали до финиша, то есть пылили перед нами. Вот. А так все хорошо, по машине проблем нет, навигация тоже тут, в принципе, особо блудить негде было, то есть везде все понятно. Вот. Сегодня с шинами все хорошо, ехали так, на очень высоком давлении, да, было так непросто, но, в принципе, нормально, шины выдержали. Нет, работа есть, почему работа всегда есть, те же шины, мы будем менять еще все по кругу заново. Также и по подвеске, там рессоры нужно менять, потому что действительно очень много бездорожек, где мы ходом на большом ходу прям пролетали эти кочки, ямы, именно потому что понимали, что только на этих кочках мы можем приблизиться к джипам перед идущим и объезжать их там. Сегодня проехали чисто, быстро. Единственное, немного опять же посидели в пыли за внедорожниками. Тоже неохотно как-то пропускает в этот раз народ. На удивление, на протяжении всей гонки. А так, в целом, когда уже подобрались поплотнее, смогли к ним подобраться. Ну, им, видать, уже деваться было некуда. Там пропустили, но это уже было спустя, там, опять же, около 80 километров мы проехали за ним. Это у нас остановок не было, все чисто, ровно, с хорошим темпом. Я надеюсь, результаты сегодня будут получше, чем вчера. Единственное, нас обогнал только один из внедорожников в баге, и мы объехали только несколько штуки, 2-3, наверное, тоже внедорожник. Вот такой размен позициями был, а из грузовиков не мы, мы никого не видели. Сегодня с самого начала старались наверстать упущенное. Вчера, конечно, не задался у нас день, были технические проблемы, но, тем не менее, все находятся в равных условиях. Задача была поставлена сегодня наверстывать, и ехали. Ну, старались ехать очень быстро. Большое количество прямиков, конечно, на прямых участках, на максимальной скорости много не отыграешь, но, тем не менее, пытались найти свою траекторию. Меньше сбрасывать газ, очень много максимальной скорости сегодня, по-моему, даже еще больше, чем вчера. Вот. Но, тем не менее, все-таки подобрались, где-то на 180-м километре увидели соперников, нашу команду МАЗ, грузовик. Он стартовал в 5 минутах от нас, мы понимали, что то есть где-то мы все-таки быстрее едем. В деревне подъехали, на ограничение скорости посигнали, нам уступили, и мы продолжили уже дальше движение, как бы, ну, все равно в своем темпе. Обгоняли несколько джипов до этого, мотоциклов очень много, то есть пыль, в принципе, была, где-то чуть-чуть теряли за пыли, но
В основном открытые пространства, ветер сдувается, и трасса просматривается. Но в итоге мы отыграли где-то порядка 7 минут, 6 минут 50 секунд. Вот. Но боремся, гонка продолжается. Конечно, где-то, наверное, она подбирается уже примерно к экватору. Но все равно ралли-рейды такой вид спорта, что борьба должна быть до последних метров, до последних секунд. И примеров есть тому примеры, когда нельзя расслабляться прямо до самого финиша, потому что может все поменяться. Но мы в строю, машина у нас отличная. Сегодня мы это доказали еще раз, что отличные машины, отличные экипажи, отличный ассистанс у нас. Ребята машины восстанавливают за ночь, просто как делают их новенькими. И с утра мы выезжаем с полной уверенностью, что они нас довезут. Поэтому боремся, все еще, я думаю, впереди. Будем бороться и дальше. Трудностей на сегодняшнем спецучастке у нас не возникло. Единственной проблемой только было большое количество пыли, которое оставляли после себя впереди идущие экипажи. Собственно, мы боролись только с этим. Из-за этого не могли обогнать очень долгое время джип один и МАЗ. Альберт, как называется место, куда мы прибыли? Мандалгоби. Ну, вообще без запинки. Ребят, сегодня 11 число, мы прибыли в Мандалгоби, этап Улан-Батор-Мандалгоби, 340 километров спецучастка, примерно столько же лиазона, ну, достаточно длинный, нудный и тяжелый спецучасток. О том, как все это было, вы уже услышали из интервью наших пилотов. В принципе, неплохой день. Около 7 минут отыграл в генеральной классификации экипаж Андрея Каргинова. Подтянулись немножко другие экипажи КамАЗ-мастера. Плотнее они стали, сейчас мы покажем вам таблицу, к Сергею Изовичу, лидирующему в грузовом зачете. Вот. И небольшим бонусом вам сегодня рассказ о машине, как она изменилась после Дакара, на чем сейчас едут ребята на ралли «Шелковый путь». И наш собеседник Альберт Арсланов. Альберт, какая твоя должность в КамАЗ-мастере? Я инженер-конструктор. Альберт, он такой скромный с виду, да, но человек отучился... В Великобритании? В Англии, да. Великобритания. Ну и я считаю, что такие парни молодые, перспективные, очень полезны для команды. Но за полгода, прошедшие после Дакара, не так-то уж много, наверное, удалось успеть какие-то изменения внести. Ну, в целом, да. Из значительных и заметных изменений у нас теперь все три автомобиля оснащены автоматическими коробками передач. Также за это время успели поработать с настройками подвески. И... Наверное, очень большой шаг был сделан с стройками подвески кабины. Сейчас в кабине находиться стало гораздо комфортней. Мы вообще много раз уже рассказывали о машине, что она себя представляет. Но давай для тех, кто только подключился к нашей дисциплине, ралли-рейдам, вкратце и очень общо, популярно, что здесь есть в этой, вот то, что мы видим. Ну, начнем, наверное, с задней части автомобиля. Очень заметный элемент. Это два запасных колеса, которые обязательно нужно иметь с собой на случай прокола или какой-либо другой неприятности. Также здесь у нас расположены ящики с инструментами, запасной турбокомпрессор и также некоторый другой инструмент, минимальный набор, который необходим на спецучастке в случае, в принципе, любой поломки. И запчасти, которые наиболее часто по опыту ломаются. Даже пропеллер есть. Да, пропеллер. Вентилятор. Вентилятор в том числе есть, но основная часть запчастей у нас лежит в ящиках, которые в середине автомобиля расположены. Что это за белая штука? Это белая штука, это топливный бак на 1000 литров, который позволяет преодолеть любой спецучасток. А какой расход примерно? Расход очень сильно зависит от того, какой рельеф, какая местность нас ждет впереди, но в целом он варьируется от 100 до 200 и даже больше литров на 100 километров. Какой вес автомобиля? Вес автомобиля порядка 9 тонн в полностью укомплектованном виде. Ну, давай скажем, что он не может весить менее 8,5 тонн по регламенту соревнований и «Шелкового пути», и «Дакара». То есть минимум, который может быть достигнут здесь,
8,5 тонн, правильно? Да, а также нагрузка на переднюю ось должна быть не меньше 4600 килограмм. То есть должна быть нагружена, и груз такой впереди должен быть серьезный? Ну, не меньше половины веса, по сути. Скажи, а вот многие задают вопрос. Я надеюсь, завтра мы попадем к Сергею Визовичу, и он расскажет нам о своем капотнике. А где ваш капотник? Почему его здесь нет? Наш капотник сейчас находится в Великобритании на фестивале скорости в Гудвуде. Но многие фанаты, наверное, видели этот ролик, где Эдик зажигает с Мэд Майком. Действительно, наши партнеры компании Red Bull попросила именно капотник прислать в Англию, и он там, конечно, зажег очень даже неплохо. Мы продолжаем обзор автомобиля. Вот это вот комплект тяжелой технички, она ставится на ту машину, которая показывает худшие результаты, или я ошибаюсь? Нет, на самом деле такой ящик находится в каждом автомобиле. Также еще вот здесь два ящичка поменьше по бокам. В них находится минимальный необходимый набор запчастей и набор для выживания. То есть питьевая вода и еда на несколько дней. Ну и также... А вот тот вот тогда уже, значит, переставляемый, да, с машины на машину? Да, тот ящичек уже переносной. И не обязательно он ставится в автомобиль, который показывает худший результат, но это, так сказать, дополнительный комплект запчастей, который в случае чего может понадобиться кому-то из автомобиля, и этот автомобиль придет на помощь. Ну и дополнительный груз, соответственно. Да. Идем дальше. Что здесь? Здесь видно несколько больших баков. Это батя с воздухом сжатым, который необходим для обеспечения пневмосистемы автомобиля. То есть это тормоза, накачка шин, ну и с механической коробкой передач еще и сцепление. Я думаю, будет интересно посмотреть на путь, который проходит воздух через наш двигатель. Начинается все на крыше автомобиля, откуда мы его забираем. Оттуда он поступает в наш огромный воздушный фильтр, где отфильтровывается весь тот песок, пыль и грязь, через который проходит наш автомобиль. Затем этот воздух поступает в компрессорную часть турбины, откуда он идет на радиаторы, где он охлаждается. Охлажденный и сжатый воздух затем поступает в наш двигатель, где он вместе с топливом создает нужную нам мощность и момент. Выполнив нужную нам работу, он поступает в турбину, раскручивая ее, и затем на выход обратно в атмосферу. Понятно. А вот это вот радиаторы, в том числе и охлаждающие жидкости, правильно я понимаю? Нет, эти радиаторы охлаждают только впускной воздух, а охлаждающая жидкость у нас охлаждает радиатор, который расположен в передней части автомобиля. В принципе, достаточно традиционное расположение. Как на обычном КамАЗе? Да. Альберт, но вот это же очень серьезная часть, да, подвеска, как она настроена, от этого зависит скорость на этапе и результат в итоге на этапе. Ну да, с ненастроенной подвеской даже самый лучший автомобиль с самым лучшим двигателем просто никуда не уедет. У нас таких амортизаторов 8 на автомобиле, и, ну, на мой взгляд, это произведение искусства своеобразное, потому что это амортизаторы понимают, когда автомобиль находится в воздухе, когда автомобиль приземляется, когда колесо автомобиля наезжает на кочку. И при этом в них нет никакой электроники, это все полностью механически. Ну и также есть три регулировки. Нажатие две и одна на отбой, винт сзади. И специалист, который их настраивает? Да, есть, он сейчас перед тобой. А, это ты? Да. Ты так любя о них рассказываешь. Ну давай еще отсюда заглянем, что здесь есть. Ну здесь, наверное, больше всего бросается в глаза та самая автоматическая коробка передач. Затем, если посмотреть на карданный вал, который выходит из нее, он приходит в раздаточную коробку. Да. А из нее карданные валы расходятся уже к переднему и к заднему мосту. Слушай, а вот эта штука, это чтобы, если когда оторвется кардан вдруг, чтобы машину не перевернуло, да? Ну да, это на случай именно разрушения опоры карданного вала, чтобы автомобиль не совершил прыжок с шестом. Надеюсь, она не пригодится по этому шелковому пути и вообще. Ну, на моей памяти не нужна была ни разу. Ну, вот автоматическая коробка передач, да, она сильно облегчает жизнь пилоту. Он же все равно вручную переключает, получается, нет? Не всегда. Это на самом деле зависит от предпочтений пилота. Но даже в ручном режиме гораздо меньше приходится работать руками и особенно ногами для того, чтобы переключить передачу. Да, есть статистика, что от 5 до 10 тысяч переключений ногой, там, рукой на механической коробке за этап делает пилот. Да, а здесь и передач меньше, то есть количество переключений меньше, но и затраты энергии на процесс переключения, конечно, гораздо ниже у пилота. Ну, еще эффективнее используется тяга в песках, в дюнах,
на подъемах. Ну да, в песках, в дюнах однозначное преимущество есть. В некоторых других моментах не всегда, то есть где-то и механика получается, что лучше. Скажи, а вот запрещена, насколько я знаю, замена двигателя во время соревнования, так? Да, двигатель менять строго запрещено, он пломбируется и должен всю гонку проехать сам. Но для нас это не проблема, у нас двигатель на самом деле проезжает гораздо больше, чем одну гонку. И что меня когда-то удивило, период замены масла в этом двигателе составляет 20, а то и 30 тысяч километров. В смысле, вы не меняете масло во время гонки? Нет, обычно нет. Вот это классно, это интересно. Вот сидим мы, Альберт, ужинаем, и я просто удивляюсь, наш повар Виталик умудрился приготовить уху в Монголии, в точке земного шара, наиболее удаленной от любого ближайшего моря. Это ли не чудо? Волшебник. Приятного аппетита.